гостях у замечательного гитарного мастера Николы Минева в Софии. Пробуем разные гитары. Вот эта гитара из ели, верхняя дека. Германская. И палисандр. Из Германии. Германия. Дальше. Вот это звончик гитары. Кедр, от Аляска. Очень удобный гриф. Это только музыкант называют. Да, потому что он музыкант. Немножко высоковато струны для меня. Да, у меня было что. Там именно резерв. Здесь резерва. Угу. Да, резерва. Там да, там есть запас. Там я поняла. Предвидеть и все. Я никогда не делаю. Он плачет. Понравилось, как ты играешь. Он вообще знает, что ты... Очень глубоко. Хочу вам подарить свой нотный сборник своих произведений для гитары. Здесь собраны мои пьесы. Браво тебя! Дрыж гитара-то. Я сейчас запишу сечку. И стихотворение «Падай» на русском языке. А? Да. Чему? Куда же вяхать? Держи за камеру. Спасибо вам за такие инструменты. Не могу.